Друзья мои, я на Дону опять, и у меня сегодня вот такая вот новиночка. Это тестовый образец, называется Кики, по-моему, 54, но это не точно. В общем, воблер, снизу лепесток вертушки, здесь вот какая-то опушка на тройнике, и сзади вот такое... То ли хвост, то ли яйцо. На лодочку похоже. И вот я его сейчас покидаю и посмотрю, как он себя ведет на перекате. Потому что в спокойной воде, я думаю, он будет щучку ловить вовсю. А вот как будет держать течение, это большой вопрос. И самое главное, как на него отреагирует белый хищник на такую непонятную приманку. Ну что могу сказать, струю держит, идет не глубоко, почти под самой поверхностью. В общем, усы будет гнать, если поднимать вершинку спинина. Приманка такая прикольная. Симбиоз воблера со всякими дополнениями. Да колбасит его, ребята, вовсю. Бедный хвостик не знает, куда деваться. Сверху его видать плохо очень. Была поклевка. Ребята, кто-то на него клюнул, но собака не засекся. Есть кто-то. Кто-то маленький есть. Ну вот новиночку я обрыбил новым воблером Кики. Небольшой такой голавлик. И это очень радует, что новая приманка сработала. Первая рыбка не засеклась, а вот вторая на тем. Ну, перекат больше не отзывается, но я считаю, тест прошел успешно. Самое главное, что воблер струю держит прекрасно. И рыба на него реагирует. Так что всем пока. И до новых встреч, надеюсь.